Всем привет! Сегодня получил очередную посылку. Сейчас будем смотреть, что же нам пришло. Пришел вот такой вот пакетик маленький. Даже не знаю, что здесь может быть. Ну, давайте сейчас посмотрим, что нам прислали китайцы. Упаковка, конечно, не очень хорошая, неважная. На двоечку. Да, упаковка очень плохая. Вот так кошелек пришел. Или что это такое, непонятно. Ну, тут пусто, дальше нет ничего. Так, что тут пишут? Made in China. Интересно. Сейчас посмотрим. Так. Такой вот кошелечек. Ну, довольно-таки качественный. Мне так кажется, качественный. А там посмотрим. Ага. Это мы заказывали набор отверток для ремонта мобильных телефонов. Вот этот набор и пришел. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 отвертки. И вот такой вот. Вот такой вот держатель этих отверток. Это вот получается, наверное. А как? Интересно, конечно, они тут стоят. Ну, вот такой вот набор. Вот такой вот стяжень держатель. Такой вот наборчик. Сейчас посмотрим, как вытаскивать эти. Так, не вытаскивается. Так вот, смотрите. Угу. Прикольно сделали, конечно. Вот так вот. Оп, есть. И все. И отвертка тут. Ну, что можно сказать? Интересно, конечно. Давайте сейчас посмотрим, попробуем разобрать телефон. Есть у меня старый телефон Nokia. Вот такой вот деревянный, можно сказать. Сейчас посмотрим. Так, что тут у нас можно раскрутить? Хороший такой телефон, хорошо собран. Ну что, сейчас разберем, посмотрим. Давно уже не работает. Почему? Не знаю. О, есть. Ну, наверное, крепление не поломалось. Да, нормально все. Так, тут получается попала вода, влага постоянно. Ну ничего, разберем, посмотрим.
Так, тут снежинка получается. У нас снежинка есть или нету? Есть какая-то снежинка. Это большая снежинка. Так. Это не то. Вот нашла снежинка то, что нам нужно. Так. Ух ты. Что можно сказать? Качественная отверточка. Да, вот так вот можно ее поджал, можно вот так вот крутить. И тут тоже. Прикольно, конечно. Посмотрим, возможно, с этим комплектом отверток получится отремонтировать вот этот деревянный телефон. Угу, тут магнитные наконечники получаются, намагниченные. В принципе. Открутить, открутили. Там посмотрим, а что тут еще что-то держит. Так, ну ладно, в принципе, потом разберемся, что тут можно разобрать еще. В принципе, по качеству замечаний нету по этому набору. Сейчас давайте его закрутим. Нам пока не надо. Вроде нормально. Там уже в работе посмотрим, насколько он удобен, насколько все соответствует описанию тому, что писал продавец. Ну, вот как-то так. Всем спасибо за внимание. Будут еще посылки, будут еще обзоры. Подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите, задавайте в комментариях. Буду рад ответить. Ну и помочь. Все. Всем спасибо. До новых обзоров.